налоговики Таджикистана озабочены снижением доходов сотовых операторов. Объем налоговых поступлений от мобильных компаний из-за снижения доходов в первом полугодии существенно снизился. Бюджет Таджикистана в первом полугодии этого года недополучил 80,3 миллиона саманей из-за снижения доходов мобильных операторов, заявил на пресс-конференции первый заместитель главы налогового комитета Аюбджон Салихзода. Одна из причин невыполнения плана бюджета по налогам – это снижение доходов мобильных компаний, подчеркнул он. В целом объем налоговых поступлений от мобильных компаний в первом полугодии этого года снизился на 80,6 миллиона саманей. Больше всего это касается мобильных компаний Telecom Technology, ООО Таком, ЗАО ТТ Мобайл и Таджиктелеком. Мобильные операторы Таджикистана назвали срок переоформления сим-карт. По словам Салихзоды, доходы сотовых операторов снизились в основном за счет сокращения международных звонков. Отмечается, что в первом полугодии текущего года компании выполнили план бюджета на 98,6%. Таким образом, вместо 5 миллиардов 546 миллионов в бюджет поступило 5 миллиардов 466 миллионов саманей. Напомним, в марте этого года стало известно, что в Таджикистане в 1,5 раза подорожает мобильный интернет. 1 гигабайт без учета НДС должен был стоить порядка 50 саманей, 5,3 доллара. Дорогое удовольствие, эксперты о росте цен на интернет в Таджикистане. Новые тарифы планировалось ввести в марте, но впоследствии президент республики Эмомали Рахмон запретил повышение и вернул старые тарифы на мобильный интернет. Также с начала года в Таджикистане вступили в силу новые правила использования сим-карт, согласно которым одному владельцу можно иметь только две, но не более.